День Республики Казанцы и гости столицы начнут праздновать именно здесь, в парке Тысячелетия. В 11 часов утра здесь начнется фестиваль IT-культуры «Тат Фьючер». И место, и время выбраны не просто так. Во-первых, в Татарстане год цифровизации. Во-вторых, прямо за парком строится целый IT-квартал. В этом году для праздника подготовили две новые локации – парк Тысячелетия и площадь перед Национальной библиотекой. На последней пройдет фестиваль «Таткульт». Здесь представят актуальные направления культуры, истории и искусства. Выбор пал, потому что все-таки активизировать вот это пространство, потому что все привыкли, что в Кремле, но это пространство как-то не задействовано, оно на самом деле очень привлекательное. И второе, там организаторы еще другие, московские, посмотрим, чем удивят. Парк Урам станет молодежной праздничной площадкой. Принять участие в мастер-классах или посмотреть завораживающие выступления спортсменов гости смогут с полудня. В 13:30 на площади перед театром Гиляскара Камала начнется концерт победителей фестиваля «Бизнес Заман». Программа будет посвящена народному единству, а зрители ждут танцы и песни народов, населяющих нашу республику. В это же время от площади перед театром Камала стартует флешмоб «Уйналыс гармуннар» «Играй гармонь». Артисты и музыканты в национальных костюмах будут исполнять народные песни и пройдут по центральным улицам Казани и дойдут до площади 1 мая. В 3 часа дня самых азартных будут ждать на Казанском ипподроме. Как все успеть и куда сходить, жители города уже выбрали свой праздничный маршрут. Самое фееричное – это вот этот салют, который просто все небо заполоняет, и это очень красиво. Очень важны артисты, мы видим их живьем, очень радуемся. По телевизору смотрим, салют, все как бы… В 2 часа дня на набережной озера Кабан начнется фестиваль «Меликием». Организаторы рекомендуют надеть национальный костюм. И в это же время недалеко отсюда, на улице Каюма Насыри, начнется концертная программа «Хазан Сельгисе» – «Казанское полотенце». 600 артистов будут танцевать и петь, восхваляя свою республику. Концертную программу в 5 вечера подхватит у центра семьи Казан. Хедлайнером станет группа Ума Турман. В 8 часов вечера перед Дворцом земледельцев выступит Государственный симфонический оркестр и Аида Гарифуллина. Отрадно, что мы не двигаемся по одним лекалам. Каждый год появляются новые форматы. День города радует новыми поворотами. Свой заряд радости и бодрости должны получить не только наши молодежь, для которых много мероприятий организовано, но прежде всего наше старшее поколение. Городские автобусы в этот день будут курсировать до 11:30 ночи, метро до полуночи. Пассажиры автобусов 2, 6, 90, 91 маршрутов прямо во время поездки услышат историю уникальных мест, памятников и названий улиц. А безопасность обеспечат 1500 сотрудников полиции и Росгвардии. Предусмотрено увеличение плотности нарядов полиции в местах массового пребывания граждан, усиление при дежурных частях средств на оперативных групп, а также создание резерва на случай осложнения оперативной обстановки. День завершится праздничным салютом. Трансляцию Дня Республики можно посмотреть на канале ТНВ и ТНВ Планета и услышать на волнах Болгар Радиуса. Следите за анонсами. Алия Хайрудинова, Адель Зиединов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.